Друзья, я приглашаю вас на мой камбус. Вот он, вы его знаете, вы меня тоже знаете. Сейчас я вам покажу свой фейс. Сейчас вы увидите мое супер блюдо. Оно межнациональное и пользуется любовью многих народов Земли. Представляете, я решил сегодня показать подобное этому блюду, мое собственное. Представляете, сейчас вы все увидите и поймете меня. Это главный компонент моего блюда. Но это мое личное блюдо, которое я частенько ем. А международное блюдо называется «Последний ху без соли доедаю». А мое называется «Последний лук с солью». Вот соль. Вот с этой солью я буду его доедать. Еще и с хлебом. Поняли? Сейчас я буду его готовить. И вы увидите, как профессионально я его готовлю. Беру вот так. Вот это чик. Чик. Вот это летит в помойку. Бульк. Вторая половина. Бульк. Летит в помойку. Потом берется вот так. Бац, половинка. Половинка убирается на следующий день. А другая половинка чистится. Она чистится вот так. Потому что, поскольку я от вас не скрываю, что я ленивый, я без всякой помывки вот очистил, положил. И никаким смыванием я не удалил никаких витамин. Все осталось целенькое. Представляете? И потом я беру его, аккуратно ножичком режу. Смотрите. Раз. Два. И три. Видели, друзья? Вот. Потом я ставлю сюда соль. Соль, друзья, ставлю. Так. Потом я беру хлеб, сейчас я беру хлеб, он стоит 18 копеек, ну рублей по-вашему, он называется белый, я его беру, вот так отрезаю частичку, поняли? Меня пока хватит, это мой завтрак, не хватит, я потом еще отрежу. Остальное я запаковываю в целлофан и убираю. Потом я еще эту горбушечку вот так режу напополам. И, друзья, мое коронное блюдо, которое называется «Последний лук с солью доедаю». Вот оно, перед вами. Желающие могут попробовать. Оно очень вкусное. Кстати, лук этот, я вам честно признаюсь, не сильно горький. Это очень хороший лук. Он мне нравится. Но иногда я использую еще и красный лук, друзья. Красный есть. Знаете, такой красный лук, который я люблю. Он еще даже вкуснее вот этого лука. В общем, вы видели. Запомнили? Мое блюдо называется «Последний лук с солью доедаю». Спасибо за внимание, друзья. Что делаешь, друзья? Приходится последний лук солью доедать. Получку капиталист долго не дает. Холодильник почти пустой. Представляете? И я с любовью кушаю белый хлеб за 18 копеек. И лук, не помню за сколько. Соль я тоже не помню за сколько, но не важно. Соль, я считаю, бесплатно у меня на камбузе, как в столовой советской было. Хлеб платный. Итого, друзья, я, короче, ем вместо последний ху без соли доедаю, ем блюдо последний лук с солью доедаю. Запомнили? Не путайте. Но у меня были времена в моей жизни полноценной,
веселый, радостный. Были моменты, когда я очень часто пользовался блюдом межнациональным. Последний ху без соли поедал. Ну, было, что поделаешь. А сейчас я вот дожился до счастливых времен благодаря нашему вождю Владимиру Владимировичу Путину, скунсу ароматному. Я ем последний лук без соли. Представляете? Тьфу, солью! Что я вру, что я наговариваю на Владимира Владимировича. Владимир Владимирович, прости, я не экстремист, но тебя я не люблю, я лук больше люблю. Господа пенсионеры, товарищи пенсионеры, такие же, как я, нищие первой гильдии России, кушайте, пожалуйста, побольше луку, солью. Соль – это смерть белая, а лук – это витамины полезные. И, короче, когда они соприкасаются между собой, то дают человеку повод не умереть с голоду. Поняли? Поэтому, друзья, кушайте последний лук с солью. Спасибо за внимание. Приходите на мой камбус. Вы еще много чего поедите вместе. Друзья, вот вы видите мою спальню и столовую. Здесь я питаюсь и пилю. Это вот эта подушка для ног, не думайте. А вот это вот для головы. Ну вот, я накрыл, видите, мне какой культурный столик. Сейчас я, значит, вам покажу, как я питаюсь. Вот давайте, вот здесь мы с вами. Я вот присяду и начну вам показывать. Смотрю, как Захар Пригожин пиздит на телевидении, а я начинаю есть. Беру вот так луковицу. Ну, спасибо, друзья. Я больше не буду вам показывать. Хватит вам показывать то, что вы уже видели.